Всем привет, ребята, с вами я, Владукс, ну и сегодня я вам покажу, как получить, в общем-то, лицензию Майнкрафта бесплатно к концу этого года. То есть, абсолютно бесплатно можете получить и поиграть на любых серверах лицензионных, такие как Hypixel, Mineplex и тому подобное. Итак, вот что, переходим по ссылке из описания. Беру сразу, это все без вирусов. То есть, я сейчас при вас все скачиваю. Вот, смотрите. Так. Идет загрузка. Давайте сохраним на рабочий стол. Сохранили. Вот этот файлик, открываем его. Так, и нажимаем выполнить. Так, да, соглашаемся. И вот, выбираем, куда TXT файл. То есть вот здесь галочку снимаем. Так. У меня уже тут открывается, вот здесь галочку убираем, нажимаем сохранить. Так, вот и все. Вот аккаунт, я их сейчас замажу. Вот, я их замажу, поэтому вы их не видите. Надеюсь, вот что аккаунт, текстовый документ, вот он появился. На этом все, с вами был Владукс, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если будет много лайков, я сниму такое же видео только с Steam играми, то есть там будут рандомные Steam игры. Ну что ж, всем пока.